Поехали! Что это такое-то? Камера какая-то. Это я, получается, снимать себя буду? Это мой чердак, ребят. Вот, я тут работаю. Ух, как там обычно говорят. Привет, с вами Вася Семечкин. И это мое видео. Ну что ж, поехали! Чё-то перебор. Тут самое главное грязь найти хорошую. Вот этот комочек хороший. Вот, знатненький. Сейчас я на палку грязюку налеплю. Сейчас. Нормально? Да, нормально. Берет Василий вот так вот. И... А где она? Где? Мне кажется, комочек был слишком большой. В общем, попытка вторая. Вот так вот. Что делать? Палочка, ты где? Вась! А? Хватит фигней заниматься, вылазь! Я палку ищу, блин! Потом палку найдешь, нам еще коров пасти! Тихо. Ну чё, Вась? Чё-чё? Вон обувь в себе нашел. И корень мандрагоры. Глянь какой. А палки нет больше. Потерял я ее. Я немножко испачкал педали. Запоминайте, лайфхак от Васи Семечкина. Все. Наступил следующий день. Вот. Кошмар какой происходит. Сейчас мы наблюдаем страшное событие. Скотина чуть вся не потонула в этой прудятине. Разлилась, у нас дожди неделю лили. Ай, я, кстати, между прочим, сегодня сезон купания открывать буду. Ай, ау, ай, ай, ау. Между прочим, ходьба по щебне лечит плоскостопие. Все. Петух или курица? Оть. Цыпленок или курица? А что получилось у вас? Пишите в комментариях. Ну что ж, корабль пошел в дальнее плавание. Поплыли! Вась, это болото. Тут коровы купаются. Серьезно? Угу. Ой-ой-ой-ой-ой! Ух ты, там соломик! Блин! Ушел, паразит!